Добрый день, святой отец. Я к вам за тем, зачем к вам приходят тысячи страждущих. Машину осветить. Да. Как вас? Раб Божий. Врата нашей скромной обители открыты для всех страждущих. Прошу. Вот, добро пожаловать в мою скромную обитель, Олег. Прошу, познакомьтесь. Прайс, цен. Ух, как благословение-то подорожало, а? Ну и что же вы хотите? Кризис, кризис. Ну это еще по-божески. Вон, в другую церковь зайдите, с вас три шкуры сдерут. Тем более сейчас у нас как раз акция. А какая? Освятил машину, ребенка мы крестим абсолютно бесплатно. Так где же тот? Света, скажи отцу Сергию, пусть мне по скайпу вышлет молитвы на Тойоту и что у вас? Мерседес. И на Мерседес. Алло? Да. Обедать буду, конечно. Да, закажи мне креветок, лобстера, жюльен из крабов. Да. Что? Ягненка? Как можно? Бог с тобой. Пост ведь. А у нас вы откуда узнали? Интернет или общая смс-рассылка? Нет. Друг посоветовал. Вы ему полгода назад ноутбук освещали. Ну? Вы знаете, очень доволен. Вирусов нет, не тормозит. Ну так. Вот и я решил, так сказать. Вот так, на когда можно записаться, чтобы машину осветить? Ну а что тянуть-то? Вот как раз окошко в 15 минут имею. Думаю, сейчас по-быстренькому и управлюсь. Ты приходи в церковный шоп. Здесь я топ-менеджер, топ-поп. И после нас да хоть под топ. Всех освещает мой хип-хоп. Это сегодняшний мир, другие проблемы. Я такой не один, я лишь часть этой системы. Я на лестнице в небо, на одной из ступенек. Да, я не без греха, но зато не без денег. Освещу для тебя, раз очень уж надо. Все от жигулей до китайских айпадов. От еды до одежды, от квартиры до бритвы. На любой случай жизни у меня есть молитвы. Это только начало, не бывает, чтоб все сразу. Я хотел бы освещать добычу нефти и газа. И никто никогда не пошатнет мою веру. Швейцарские банки и крутую карьеру. Я говорю вам лишь то, что вы хотите услышать. Поверь, не так уж бедны церковные мыши, все пред Богом равны. Но ты пожертвуй немного и сразу станешь равней. Все, сын мой, ступай с Богом. С Богом, с Богом, с Богом. Ты приходи в церковный шоп. Здесь я топ-менеджер, топ-поп. И после нас да хоть под топ. Всех освещает мой хип-хоп. Пути Господни неисповедимы. Лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Второе послание к Коринфянам.